Сегодня губернатор области Василий Юрченко вручал ключи от новых школьных автобусов 13 школам района. Это последняя поставка транспорта этого года. Всего же за счет средств федерального и областного бюджета в этом году было закуплено и передано на места 13 пазов и 30 газелей. Один из автобусов приехал в наш район. Новый автобус отправится возить ребятишек второй колыванской школы. Безопасный, новый, оборудован даже громкой связью и кнопочками для сигнала водителю на каждом сиденье. От старого, на котором сейчас возят ребятишек, отличается как небо и земля, говорит водитель Сергей Семченко. Ну, автобус тот старый по годам, во-первых. Автобус Кавзик очень жесткий для детей. На нем жестко ездить. Этот автобус намного мягче. На нем тормозная система другая. Более безопасные. Ну, что искать, более комфортный автобус. А тепло будет детям? Тепло. Здесь стоит 3 печки в автобусе. Детям, я думаю, любой мороз не замерзнут. Его постоянные пассажиры, ученики, смогут оценить все преимущества нового транспорта уже в начале учебного года. Пока его осмотр проводили взрослые. Глава района Виктор Аверин даже посетовал, что у него нет прав нужной категории, а то бы сам с радостью проехался на новой машине. И добавляет уже серьезно. Сегодня техническое перевооружение школ идет семимильными шагами. Не мгновенно эти вещи происходят, но то, что потихоньку идут ремонты в школах, программа «Окно», «Школьное окно», и, наконец, подвоз детей уже будет происходить на новых современных автобусах. Конечно, это дополнительное настроение, так сказать, и нам, ну и ребятишкам. Наверное, удобнее общаться или совершить небольшую, так сказать, поездку утром или после обеда на хорошем автобусе, теплом, светлом, просторном. Прямо с площади новичок отправился на свое постоянное место жительства – гараж второй школы. Впереди у него много работы. 2 недели на постановку на учет и в добрый путь.